Всем привет, мои дорогие друзья и гости моего канала. Вы на семейном творческом канале, с вами я, Лёля Рукодельница. Сегодня мы с вами поговорим о готовой работе. Готовой работе в технике вышивка крестом от фирмы «Жар Птица». Это вышивка на пластиковой канве. В набор у нас входили ниточки хлопчатобумажные, 16 цветов, пластиковая основа и схема. И размер готовой работы 18 на 11 сантиметров. Обзор на этот набор будет под видео в описании. Артикул R274. Что же я хочу вам рассказать про этот набор, прежде чем покажу готовый результат. Схема хорошо проработана, вышивался он очень легко и быстро. Этот набор я начала отшивать 30 февраля. Это я просто сейчас вспоминаю. И закончила его вышивать 30 апреля. В этом наборе присутствует 16 цветов ниток, 3 бленда. Вышивается он крестом и имеется бэк. Что касается ниточек. Я не знаю, дорогие друзья, девчонки, кто вышивал этот набор, может быть, напишите в комментариях. Но мне очень многих цветов не хватило. Может быть, у меня их кошка там где-то слямзила, я не знаю. Но я не находила, честно, где-то на полу валяющиеся нитки. Мне не хватило черного цвета, мне не хватило синего цвета, мне не хватило желтого, светло-желтого цвета, белого впритык. Вот это все, что у меня осталось из ниток. Специально не выбрасывала, да, ниточки, чтобы вам показать. В принципе, нитки неплохие по качеству, они не перетираются, не пушатся, как в наборе мышку я вышивала от Жар Птицы, там нитки почему-то мне попались не очень хорошего качества. Ну, коротковата нарезка для меня лично, потому что я люблю вышивать, складывая ниточку пополам. То есть я беру ниточку, складываю ее пополам, вдеваю два вот этих хвостика в иголочку. И здесь у меня образуется вот такая вот петелька. Очень удобно закреплять. Ну и вообще удобно. Я вот привыкла так вышивать. Мне это очень удобно. Так вот, почему-то ниток мне не хватило. Ну, где-то покумекала, где-то взяла другой цвет из других наборов. В общем-то, черный цвет нашла, как бы есть, да, ниточки дома. Вышла из положения, но кто вышивает, будьте аккуратны и вышивайте более-менее экономно. Я не могу сказать, что я вообще не экономно вышиваю, но и не вот так вот, не оставляю такие большие, да, отрезки. Ну и не вот до такого маленького, то есть, ну, среднячок, да. Ну, возможно, где-то, может быть, что-то и потерялось, я не знаю, но ниток не хватило. У кого такая же ситуация, пишите в комментариях. Ну и сейчас покажу вам саму работку, что же у меня получилось. Смотрите, какой замечательный щелкунчик у меня получился. И, как вы видите, специально достала мышку по размеру, чтобы вы посмотрели, щелкунчик гораздо больше, да, он такой прям... хорошего такого размерчика. Он больше моей ладони, но у меня ладошка маленькая, детская. Но думаю, что на камеру вам видно. Мышка такая небольшая, щелкунчик покрупнее. Получилась великолепная. Оформила я ее в елочную игрушку. Здесь пришита у меня вот такая золотая петелька из ленты. Крестики ложились ровненько. В общем, результатом я очень довольна. Посмотрите, какой он шикарный получился, яркий такой. Сшивала я между собой детальки самой обыкновенной швейной белой ниткой 35-кой в две ниточки. Так как здесь пластиковая белая канва, абсолютно не видно этой нитки. И вот с обратной стороны. Не знаю, ребят, заметите вы или нет, где мне не хватило ниток, да, где я выходила из положения.
Ну, вот вам покажу. Вот в этом месте. Это раз. И желтый цвет. Нужно было вот такой бледненький. Я взяла другой цвет. Ну, думаю, что ничего страшного. Вот такая у него получилась обратная сторона. А так, в принципе, набор шикарный. Набор шикарный, очень красиво получилось. Я очень довольна результатом. И это моя вторая работа в моем марафоне «Елочные игрушки 2020». Иду медленно, но верно к своей цели, которую я поставила себе в этом году. И в скором времени вы увидите мой новый старт в моем марафоне «Елочные игрушки 2020». Если вам понравилась моя работа, ставьте лайки, пишите комментарии под видео. Ну, а я с вами буду прощаться. Вы были на семейном творческом канале. С вами была я, Люля Рукодельница. Всем пока-пока. До новых встреч!